Это виолончель мастера Карло Бергонце 1733 года. Карло Бергонце – великий мастер, который был любимым учеником Страдивари. Эта виолончель знаменита тем, что в 1916 году на ней играл величайший американский виолончелист Григорий Пятигорский, еще живя в России, которую он покинул в 17 году, по понятным вполне причинам. И вот этот год, 16 год, он играл на ней. И даже в госколлекции мне показывали вот договор, который я тоже как бы каждый год подписываю. И вот в 16 году этот договор был подписан Григорием Пятигорским. Очень долгое время, я не могу сказать точно сколько, но очень долгое время на этом инструменте играл замечательный русский виолончелист Святослав Кнушевицкий. Эта виолончель потом была известна как виолончель Кнушевицкого. Когда я приехал с этим инструментом в Париж к Ростроповичу, и он его увидел, он сразу сказал: «О, это же инструмент», он его назвал «Свят». Он говорит: «Это же святый инструмент». Вот, так что вот они, он сразу его узнал. Мы встретились с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем в Париже. Виолончель пострадала в аварии, и он помогал мне ее отреставрировать. Он направил меня к, наверное, самому лучшему в тот момент мастеру Этьену Ватло, который был его другом в Париже. И когда я пришел к Ватло и спросил, не возьмется ли он за реставрацию, он сказал: «Да, конечно, через 2 года». Waiting list 2 года. Но я был в ужасе. Вот я позвонил Мстиславу Леопольдовичу, он сказал: «Перезвони ему через 3 минуты». Я позвонил через 3 минуты, Ватло сказал: «Приходите прямо сейчас». Вот, я очень благодарен Мстиславу Леопольдовичу за этот его, конечно, фантастический поступок, да и вообще за его моральную помощь в тот момент. Виолончель, которая пострадала тогда, ну, я не могу сказать, что это была очень сильная, конечно, беда, но, в принципе, вот самое страшное, это если что-то случается с деками. А там была вот так вот здесь, такая прямо вмятина, это называется обечайка. Когда я приехал снова в Париж, взял виолончель и начал на ней играть, я понял, что звук, вот этот гениальный звук моего инструмента, он совершенно исчез. Вот этот сильный, напряженный, очень богатый тембром. Вернее, нет, тембр остался, а вот сила вся ушла. И я сижу, играю и думаю: боже, какой ужас, потому что этот инструмент превратился из такого вот сольного концертного инструмента в такой инструмент, вот знаете, для квартета. И в этот момент, очевидно, Ватло почувствовал мои мысли и мои ощущения, я почувствовал на своем правом плече его руку. И он мне тихонько сказал: «После тяжелой операции на сердце человек не может сразу встать и побежать. Звук вернется, я обещаю». Он сказал: «Жо проме». И это пришло в один день. Я помню вот это утро, и когда я стал заниматься, и буквально 2 звука, я вдруг понял, что все, вот оно все вернулось, причем с такой, знаете, как говорится, с новой силой. Прошло 9 месяцев. Это я навсегда запомнил, кстати, тоже символическое число, да? Рождение человека. Так, ну что, я хотел бы на сцену пойти немножко поиграть, ничего? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.